растерялись. То есть надо захватывать сначала правую, потом левую, потом идти на центр, вот, который ближе к воротам, ее оборонять и там быстренько захватывать и уходить. Но надо при этом капитана снести мощного. Капитана, который Перед воротами стоит. Ой. Ну там гранаты вроде нормально. Ну давайте. Ну там надо все вокруг гранатами просто закидывать. А чё, я что ли, да? Да. Уничтожьте его и оторвите ему руки за меня. Пусть поплатится. Ашер не единственный, кто хочет отомстить. В пирамидионе наверняка еще остались одержимые, которые не смогли оттуда выбраться. Лучше знать заранее. Генезисный разум делал все, чтобы не дать моей боевой команде добраться до терминала. Он изменил саму реальность, чтобы остановить нас. Я не удивлюсь, если он использует ту же стратегию против тебя, ассистент. Никаких изменений в реальности пока не наблюдается, но мы будем начеку. Икора, ты была права насчет одержимых. Я ожидала, что вы встретите их. Не отвлекайтесь от вашей задачи. Найдите генезисный разум. Мы займемся одержимыми в другой раз. Почти.
Во время таких заданий мне не хватает мудрости, Эрис Морн. Думаю, однажды ты встретишься с ней, когда она закончит свои дела с Ульей. Одержимые вексы похожи друг на друга одним, способностью заражать саму природу чьего-либо существования. Пошел захват устроить. Пока не данные, присланные вашей командой, и мужайтесь. Думаю, наш генсимский книжник в смятении. Что за вздор? Я никогда не бываю в смятении. Сейчас вы входите в Гильбертово пространство. Если, конечно, одержимые не изменили геометрию пирамидиона. Будь здоров. Я не чихнул, глупец. Это бесконечно размерное пространство, которое вексы... Ах, только зря силы трачу.
Так, ну что там сверху? Пошел тогда так. Попытаюсь. Нет, нет, тут стоит. Так, иду налево. Блин. Проходите. Согласно моему прогнозу, вы должны подходить к озеру из жидкости радиолярии. Нормально. Меня поразил недуг. Ну, 6 минут вам хватит. Никакого озера, только жуткая яма. Но это на 2 минуты больше, чем до этого. Что ж, остались только мы и огромные ворота вексов. А, надо мобов чистить. Те самые ворота посреди озера! Или стоять в глубине, я вот не знаю, что лучше делать. Того самого озера, у которого вы оторвете брахиону рога и раздавите всмятку его корпус. В глубину. Так, меня сняли.
Блин. Я упал. Вместе с того дня, когда у меня не стало руки. Эх, а я медальон боевой группы не съел. Где? Где получил-то? А он где, сам где вывалился. Да, он сам. Фу. Не, крыс получили. О, у меня орел над головой. А он... А-а-а.